здравствуйте. И спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня мы проведем небольшой эксперимент. Привет! Привет, дети! Нет. Нет, не так. Ну что ж, пилигримы. Хрена! Это же... Не может быть, Господи. О, Господи. Господи! А! Майк, что ты там делаешь? Тут какой-то... Слава богу, ты нашел меня. Все хорошо. Ты как, цела? Где? Где Джессика? Она разве не с тобой? Погибла. Что? Он убил ее. Тут в горах маньяк, который пытается убить нас всех. Я клянусь, когда мы соберем наших в целости и сохранности, я выслежу эту сволочь и по очереди оторву ему яйца. Ого. Слушай, вот этот самый маньяк напал на меня.
Он показал мне видео. На одном из них убивали Джоша. Его просто разрезало на куски гигантской пилой. Охренеть. Я думаю, он живет тут, внизу. И кем бы он ни был, он одержим Ханной и Бет. Ах ты ж. Но вот что странно. Я нашла схемы, ну, чертежи для точно такого же механизма с пилой, но это трюк. Там был манекен. Давай помедленнее. Может, Джош не погиб? Так что здесь такое происходит? Тут есть дверь. Вроде заперта. Открой с той стороны. Сэм. Ну, у тебя и вид. Я тебе тоже рад. Что ты делаешь? Видишь ли, Майкл, отбиваться от маньяков-убийц в полотенце не так уж и удобно. Не возражаешь? О, да, прости. Ну все, готово. Вот теперь пошли. Я готов. Что это?